Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приветствую вас в день окончания школы. Сегодня у вас последний звонок. Очень важное событие для вас. Представьте себе, что за 11 лет обучения в школе вы целый год просидели за партой. Вот все 365 дней и ночей. Если все убрать остальное. Это огромный срок. Это очень много. И в то же время очень мало. Вспомните сейчас все те годы, которые вы учились в школе. В нашей школе, в других школах. Пусть эти дни будут для вас одними из самых лучших в вашей жизни. Впереди много дорог у вас, много экзаменов. Будут экзамены по выбору в этом году. Вы знаете, год особенный. Я желаю вам успехов. Я желаю вам, чтобы те годы, которые вы здесь учились, прошли недаром. Мы с вами из этого года проучились вместе где-то около 2 месяцев. Это тоже большой срок. Я навсегда запомню ваши глаза, ваши прекрасные ответы, как вы повзрослели за этот год, как поумнели, какими взрослыми вы стали. Дай вам Бог счастья. Спасибо вам за то, что вы были в моей жизни.